Егор натягивает все больше. Хотя я шел посмотреть, какая водичка, и поэтому идти домой не искупнувшись, как бы, будет некрасиво. Сейчас мы узнаем, как вода на сегодняшний день. Конец ноября. Погода переменчивая, солнечных дней все меньше. Где-то уже лежит снег, а у нас вот погодка еще балует солнечными днями. Их, конечно, все меньше, все чаще дожди. Ну, все-таки конец ноября, последние числа ноября. И вот сегодня я решил посмотреть, как ведет себя море. Море замечательное. Полдня была исключительная, ясная, солнечная, теплая погода. Теплая, ну, градусов 9-10 было. Но пока дошел, погодка конкретно падает, испортилась, усиливается ветерок. С завтрашнего дня мы планируем на 3-4 дня уйти в горы, поэтому оставайтесь на канале, я думаю, будет много интересного. Вот так, на сегодняшний день погода портится, какая погода будет в краю пещерных городов, вы увидите в ближайшее время. Вот так вот меняется погода у нас. Пока дошел до моря, солнце спряталось, все заволокло тучами. Прямо скопление медуз с другой стороны пирса. Казалось бы, медузы должны быть, когда вода теплая, но я не скажу, что она слишком горячая. На пляже это редкие гости, люди гуляют с детьми. Загорающих уже нету, поскольку солнце у нас не весеннее, но никак. Ну и возвращаясь домой, не забываем взять несколько камушков с морского пляжа. Зачем? Я расскажу в следующем сюжете. Разрисовка морской гальки — довольно-таки интересное занятие. Особенно, когда за окном не погода, заняться больше практически нечем. Телевизор надоел, тогда вы достаете из загашника эти камушки, берете акварель и творите. Но об этом уже в следующем сюжете. Пляжи, конечно же, пустые, и до следующего сезона море будет черным и неприветливым.